Девочки, всем привет! Я начинаю влог, и в этом влоге я вам хочу показать мои покупки за этот месяц, за октябрь. Сегодня придет еще с Алиэкспресса 3 вещи, я вам тоже покажу. Придет, говорит, на почте уже, в общем, заберу и покажу. Первое, что я вам хотела показать, это мне пришли с Алиэкспресса вот такие вот лепестки. Для декора. Я пока не придумала, куда их использовать. Но это мы исправим. Сейчас я немножко свет сюда. Вот. Сейчас поближе вам покажу. Их, наверное, штук 100 здесь примерно. По толщине. Сейчас покажу. Одна вот такая вот. Вот такая вот одна, тоненькая. Но их здесь очень много, именно для декора очень они подойдут. Сегодня, кстати, буду разбирать шкаф и сделаю полочку с декором. Так, дальше что я вам хочу показать. Кстати, пиончик вот этот я делала недавно, видео уже есть на канале. Поэтому проходите на мой канал и смотрите. Дальше я заказывала, я не знаю, помадку у меня здесь или нет, да. Ой, покупала. Ну да, заказывала. У нас покупали мы вот такие вот, вот такую помаду. Она вообще как бы засыхает, все знают. Тут карандаш в наборе. Цвет розовый. В наборе карандаш и помада. Единственное, какая-то у меня эта помада странная попалась. Блеск. Он сразу не засыхает. Скорее всего, что здесь написано про него? Скорее всего, это блеск, потому что он где-то только через минут 20 полностью подсыхает. В общем, очень долго он подсыхает. Это меня очень удивило. А так, ничего, нормально. За 250 рублей вполне нормально. По-любому, это не настоящая лимитация. Дальше я вам хочу показать. Сейчас я поближе камеру сделаю. А вот такой вот табак для кальяна. У меня муж любит курить кальян. Вот. Сигареты он бросает, курит очень мало. Сейчас, секунду. Вот, и поэтому, когда к нам приходят друзья, они курят кальян. И у нас в Нижнем я не видела вкусов вот этих. Мы заказывали через нас. Смотрите, это вот вкус я не знаю чего. Мы переводили, только почему-то он не переводится. В общем, я его не пробовала, и у меня уже не было с ними. Я хотела попробовать только сладкую вату. Вот. Вкус странно, но вкус сладкой ваты действительно остается на... Привкус такой сладкий остается на губах. Пахнет, они уже открытые. Да, пахнет сладкой ватой, ну, точнее, какой-то сладкой жвачкой, чем больше, чем сладкой ватой. Дальше вот этот вкус я не договорила. Пахнет, не знаю, какой-то мятой, что ли. Не передам я этот вкус. Освежающей мятой, что-то такое. Но у меня брат сказал, что похож он на средство для мытья посуды. Кстати, да. Остается привкус такой, даже в носу запах остается. И кока-кола, виски с колой. Да, действительно. Но пахнет прям кока-колой пахнет. В общем, вот такие вкусы. У нас их в Нижнем нету. Еще что-нибудь новенькое будем заказывать. И они не дорогие особо. По-моему, по 150 рублей они вот такие. Ну, прикольно. Побаловаться один раз можно. Дальше заказывали мы вот такие духи 1 на 1 000 000. Я постоянно их покупаю. Это лимитация. Что удивительно, на... в Литуале я покупала такие духи, они были не особо стойкие, стоили они около 2700, по-моему, со скидкой. Но мы купили вот эти духи за 1000 с чем-то, 1100, по-моему. Они такие стойкие, это балдеть. Мы ездили, когда с меня муж подушился ими, мы ездили к маме в больницу, и там пахло именно всю палату. И все говорили, что это, чем так приятно пахнет. То есть у них такой запах... 1 на 1 000 000, конечно, ну, отличается немножко, прям настоящее. А вот эта лимитация, ну, это, видимо, хорошая лимитация попалась, потому что один раз нам попадалось не очень. Выглядит, сейчас покажу,
Коробка та же самая. Духи, они выглядят так же. Все то же самое. Но пахнет. Мне прям очень нравится, как он пахнет. Не знаю, идеальная подделка это или нет, но прям они молодцы. И стойкие. На неделю на одежде остается прям. Да, стоит только два раза подушиться. Так, и еще, что хочу вам пока что показать. Это мне пришел микрофон, но я немножко ступила. В общем, суть в том, что этот микрофон я заказывала, чтобы вот так же видео снимать, говорить. И так он 100 рублей стоит, кстати, на Алиэкспрессе. У него здесь вот достаточно такое жесткое. Зажим, жесткий зажим, но я его не испытывала, я не знаю, провод достаточно длинный, какой-нибудь, и вход через, видите, через USB, я не ошибаюсь, правильно я сказала, или нет, USB у нас другой вроде вход, извините, если я туплю, в общем, у меня нет такого входа в камере, чтобы в камеру его вставлять, ну-ка. Да, в общем, мне нужен будет переходник, чтобы, когда разговариваю, его вставить в камеру. Это мне придется в нижнем покупать. В общем, я немножко ступила и не тот вход купила. Вот. А так, даже я не пробовала, может, он вообще бракованный и не работает, я откуда знаю. Пока я не могу это сказать. Но посмотрим. Пока что это все покупочки. Сегодня заберу с Алик... то, что пришло с Алиэкспресса, и вам еще покажу. А вот пиончик, который... Вот он. Смотрите, какой красивый. Который я сегодня делала, и сейчас сижу, монтирую видео. Я вам не показала до конца, что было у меня в конверте, который подарил нам фотограф. В общем, фотографии. Я тогда оборвала видео и увидела это уже потом, позже. Фокус опять. Простите, что у меня так фокус скачет. Я пока не особо дружу с камерой. В общем, вот эти фотографии. Она нам их распечатала. Еще был конверт вот такой. Подарочный сертификат для друзей и семьи Ширяевых на предсвадебной Love Story. Действителен при заказе свадьбы от 8 часов. Девочки, кто если в Нижнем живет, у кого свадьба, я вам могу подарить эти сертификаты. Если что, пишите мне ВКонтакте в личку, я вам их подарю. Вот, и у вас будет Love Story бесплатно. И на беременную фотосессию, на фотосессии беременности награждается я, Виктория. Подарочный сертификат со скидкой 50%. Вот такие вот подарочки. Меня они очень порадовали. Сейчас еще покажу, что было. Еще когда мы пошли загружать диск, у меня дисковода нет дома, мы пошли к родителям. Казалось, что диск, который вот был вот в такой коробочке, вот такая коробочка, он, в общем, пустой. Она нам записала два диска и перепутала. Она сначала записала в одном формате, оказалось неправильный. Открываем. И здесь диск с нашими фотографиями. С нашей фотографией. Вот такой диск. Очень приятно, очень красиво. Очень меня порадовало это. Прям супер-супер. Так, и чего я вам... К чему это я все веду? Сейчас. Я хочу сейчас вот в этот альбом, который мы заказывали на следующий год, приклеить фотографии. Так, сейчас я, наверное, камеру по-другому сделаю, чтобы вам видно было. Первый здесь это вот такая вот фотография. Можно вот эту вот сюда сделать. Так, у меня тут есть клей. Нет, знаете, какую я хочу фотографию сейчас?
на первую страничку. Я хочу вот эту фотографию, где мы торт кусаем. Вот такой клей. Обычный. Сейчас попробуем приклеить. Надеюсь, приклеится. Так. Чуть я закрою, немножко прижму. О! А, нет, все, я испугалась. Думала, к этой стороне, к другой стороне приклеилась. Вроде все. Еще подсохнет. Если что, я уголочки подклею. Дальше у нас идут опять такие же фотографии. Сейчас посмотрим. О, здесь есть вот такие. Ну, все попадало. Давайте приклеим сюда. Сейчас я выберу фотографию. Еще мне очень понравились вот такие фотографии. Вот я их хочу сюда. В зелени. Вот, теперь вам хорошо видно. Сейчас приклеим. У меня камера разряжается, но вроде пока показывает одну батарейку. Кстати, раньше не было такого у родителей наших. Были только черно-белые фотографии, сейчас настолько всего было нам. Это очень круто. Кстати, насчет следующего года, я уже потихоньку убираю. Кафе еще не убирали, фотографы, естественно, мы уже знаем, кто у нас будет. Мы его не поменяем, где оператор у нас будет другой. Вот, еще что-нибудь почему-то сюда ладно. А, церковь еще будем убирать. После Нового года мы этим займемся. Сейчас я пока заказываю аксессуары за фотосессии. Я хочу после венчания, то есть у нас сначала будут сборы. Фотостудия в красивой какой-нибудь. Вот, а потом уже венчание. И потом мы поедем. Или, скорее всего, даже сначала фотосессия, потом венчание. Потому что фотосессия у нас будет вдвоем, а венчание, оно будет с родителями. Поэтому, чтобы родители, как в этом году, не таскать по фотосессии, мы сделаем сначала фотосессию. Как раз утром накрашенная, хорошо косметика очень смывается. Потом уже поедем на венчание. Потом уже, конечно же, на банкет. В общем, в следующем году тоже будет очень классно сделано. Так, все вклею. Смотрится на камере тоже хорошо. Так, рамочки тут я немножко криво сделала. Рамочки они. Так, здесь у нас такие же. Вот можно торт сделать. Сейчас это подсохнет. И камеру немножко подержу, и сам вернусь. Будем дальше клеить. Продолжаю тему покупок. Хочу вам показать еще, что я забрала. Забрала вот такие цветочки. У меня уже есть идеи, как их использовать. Фиолетовые еще нет. Идеи, как использовать. Я их не раскрывала. Но они похожи вот на это. Потому что, ну, они не настолько красивые, конечно. Блин, надо разрезать. Ну, вот, в общем, давайте. Одну я даже не достану. Я их еще просто не смотрела. И нет, тут можно с рядышком. Я бы вам раскрыла. В общем, вот этот здесь упаковки за 20 рублей. Стоимость 20 рублей. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 штук пришло. Грязное пришло. Если видно вам, пришло немножко грязное. Так вот они как выглядят. Ну, за 20 рублей. Приплюснуты, видите, немножко. Ну, это все исправим. Надо раскрыть. В общем, достаточно выгодно их брать. Дальше еще вот такой мне набор пришел.
Рублей, по-моему, тоже он 20 стоил. 3, 4, 5, 6. Сейчас я вам покажу этот набор. В Инстаграме сейчас я вам покажу. Ой, да, в Алиэкспрессе я вам сейчас покажу этот набор. Даже вам цену точную скажу. Вот эти мне понравились больше. Они, вот эти похожи из Foamy Rana, если я правильно сказала. Так, такая бумага, которая плавится. Так, вот заказы. А это из ткани. Мне они больше понравились. Так, мои заказы. Вот, 23 рубля они стоили на картинке. Вот, такие цвета есть. Надо было голубые заказывать. Сейчас я вам покажу для сравнения. Пришло то же самое. И давайте дальше. Еще я показывала вот эти лепесточки, они стоят 58 рублей. Тоже разных цветов. Ой, видите, у них уже цена изменилась, 79 они стоят. А я покупала за 58 рублей. Так что нет, без толку вам скидывать. Вот эти у меня стоят 33 рубля. Сейчас посмотрим, поменялась цена или нет. 30 рублей. Видите, цена снизилась. Разных цветов они есть. Вот эти мне прям понравились. Вот они. Красненькие я заказывала. Ну, я из них уже придумала, что я буду делать. Бокалы сделаю. Будет очень красиво. Наверное, сегодня сделаю, смонтирую. В общем, вот такие вот заказики. Вот это немножко нужно отмыть. Фиолетовый я еще что-то заказывала, поэтому когда уж придет, тогда я и сделаю. Да, у меня здесь какой-то, сейчас я туда и уберем. Потому что у меня еще осталось кружево. Можно также бокалы использовать. И у меня есть крутые стразы красного цвета. Влог выйдет раньше, чем бокалы. Влог я сейчас смонтирую этот. Вот, у меня есть страза, и это я все, скорее всего, сделаю. Либо на подушку, либо бокал я сделаю. Посмотрим. Цвет подходит. Так, все. Это все, что я вам хотела показать на сегодняшний момент. По поводу альбома. Не сказала. Так, сейчас. В общем, я клеила. Но у меня нет особо распечатанных фотографий. И пока что мы приклеили. Позеленело. Офигеть. Почему позеленело? Прикиньте, смотрите, видно как. Все фотки позеленели. Я не знаю, почему позеленело. Но я в шоке. Я не буду больше ничего приклеивать сюда. Смотрите, здесь сошла краска почему-то. Здесь позеленело от той фотографии. Краситель ушел сюда, и это позеленело. Блин. Лучше это, наверное, убрать будет листочек. Сейчас посмотрим дальше. Здесь. Здесь тоже немножко позеленело. В общем, вот. Не буду я больше сюда фотографии делать, потому что они позеленели. Ну, может, либо, конечно, фотографии сами по себе такие. Не знаю. Но не буду больше. Здесь есть еще вот. Можно вот эти две еще сделать. Но, блин, я расстроилась. Ну, ладно. Еще хочу вам показать, что мы вчера купили. Я себе купила. Купила вот такую маску. Я не помню в тот раз, какую я покупала. Я вам показывала. Мне не очень понравились именно вот эти вот. Они как идут, как маска на лицо прям. Вот. Угу. И они очень-очень такие... плотные, и в них очень много воды. Вот этого именно состава. Вот это мне и понравилось в этой маске, что прям увлажняют на 100%. Еще купила вот такой вот булочку с корицей, гигиеническую помаду. Я давно на нее смотрела, пахнет, правда, булочкой с корицей. Прям вообще
Мне очень она понравилась. И еще гель для душа. Сейчас вам покажу. Классный, очень классный гель для душа. Еще вот такой гель для душа. Взяла первый раз. Он пахнет прям вот правда персиком, мороженым. Я не знаю чем. Фруктовый лед. Серия Milk. Сочный флакон хорошего настроения. Гель для душа. Блин, ну мне он очень понравился. Так что кто хотел его попробовать, берите. Прям от вас будет очень-очень приятно сладко пахнуть. И еще я вам хочу показать, так как это влог, я вам еще решила сюда вставить покупочки, которые еды именно. Сейчас, секунду. Что так освещает? Я люблю вот такой сок. Вчера его попробовала первый раз, именно такой. Мне очень понравился. Он мультифруктовый, но такой достаточно хороший, не вода водой. И еще я взяла вот такую вот, все почему-то у нас родственники берут, я взяла попробовать. Тархун вкусный, это вообще мне не понравилось, это какой-то ужас. Не передаю словами, что это. В общем, на любителя, кому кто-то любит, кто-то нет. Сейчас я вам еще покажу. Потом мы взяли вот такую, вот такие печенюшки. Печенье клубника. Еще я обожаю вот такой сыр творожный, мы сюда берем вот в таких баночках. Крутой, вкусненький. Из новинок мы взяли попробовать такой йогурт. Я не пробовала, попробую, вам скажу, вкусный или нет. Вот, его кто-то выложил, но я взять решила. Видите, тут вот именно вот эта сладость Даниссимо. Наверное, вкусный, надеюсь. Потому что, который я брала, Даниссимо, чуть не очень вкусный. Творожный десерт. И у нас уже в магазинах в Окее именно новогодние гирлянды выставили на продажу. И уже есть новогодние колы. Вот. Уже можно собирать крышки. О, тут 4 балла на этой крышке. Здесь 2 литра. Я вам сейчас покажу то, что в том году было. К чему, в общем, я все это веду. Смотрите, к чему я все веду. Вот 4 балла было на крышке. Мы выиграли. Я не помню, сколько баллов. Я в этом году, надеюсь, мы тоже что-нибудь возьмем. Смотрите, какой шар. У меня, кстати, на канале уже с 1 ноября... Я буду делать первый раз, потому что на канале этого не было. Как-то были видео, но я все видео удаляла. Новогодние игрушки. Видео я сделаю следующее, обзор моих новогодних игрушек. Потому что уже все начинают готовиться к Новому году. Буду покупать игрушки, тоже показывать вам новинки во влогах, наверное. В общем, вот такой шар. Он такой достаточно тяжелый, большой, классный. Мы забрали последний. На эти шары был просто жесть какой-то в том году. Стояли в очереди 2,5 часа в спаре, чтобы получить вот этот шар. Шарфы и перчатки очень много было, но именно вот этих шаров было очень мало. Но я так его хотела, мы накопили. И еще из интересного, то, что мы брали еду... Мы взяли вот такое печенье. Сейчас скажу, как оно называется. Вот так оно называется. Здесь было чуть побольше. Оно из кокоса. И когда кусаешь, оно очень мягкое. Прям очень-очень мягкое. Но помидоры, огурцы, молоко я вам не буду показывать. Я показываю вам, буду во влогах показывать именно то, что в Нижнем у нас продают вкусное. То, что, может, нет в других странах. Так. На этом вроде все.